яғни өмірмен байланысты біздің қоғамда қаратын рөлі осыларды өмірге ендіру және әсіресе біздің әлеуметтік экономикалық болмамызды бұл мәселені жақсылап істеуіміз керек. Уважаемые члены научно-экспертного совета, после назначения решил встретиться с вами, потому что научно-экспертный совет при Академии при Ассамблее народов Казахстана огромная сила, мощный научный потенциал, поэтому мы должны как бы сами работать, прорабатывать вот это решение, и также мы должны активно участвовать в социально-экономическом развитии нашей страны. Как вам всем известно, государство